Всем привет, с вами Нагваль, мы продолжаем наш видео ежедневник, сегодня у нас среда, 19 октября. В игре сегодня было достаточно мало времени, поэтому особо обозревать нечего, так что сразу поговорим о том, что будет завтра после профработ. После профработ, как вы уже знаете, объединят аукционы. Ну и что я могу посоветовать по этому поводу, это то, что не спешите сразу все продавать. Потому что, как видите, допустим, у меня здесь уже накопилась куча расходки, которую нужно продать. И это дело накопилось уже у многих, и все будут пытаться спихнуть ее в первый день. Но особо не дальновидные люди, поэтому цены очень резко пойдут вниз. Поэтому я бы советовал не стремиться продавать все в первые дни, а использовать эти вот первые, допустим, 2-3 дня именно для закупки ресурсов, необходимых для крафта. Допустим, мне для крафта фолиантов мощи будут нужны кораллы. Оранжевые кораллы и ткани кожи обычно я покупаю. Ну, кожу иногда, если слишком большие цены, делаю сам, а ткань обычно там по 10, по 15 голды найдет за стек максимум. Поэтому ткань мне выгоднее покупать. Вот, и соответственно первые дни я буду именно закупать ресурсы, а потом уже крафтить. Ну и соответственно, если цены будут более-менее приемлемы, то что-нибудь продам, все-таки голды немножечко накопить нужно для закупки там ресурсов тех же и так далее. Вот, но в целом впишите именно с продажей в первые дни я не буду. Нужно подождать, пока цены устаканятся. Ну и как я уже сказал, первые дни лучше использовать для закупки ресурсов. Допустим, те, кто занимается крафтом, им нужны, например, пыль дельфийского сада, там лоскуты, эссенции всякие и тому подобное, каменный уголь и прочее. Сразу вот в первый день после слияния аукционов всего этого дела будет просто навалом на аукционы, и именно этот момент лучше всего использовать для закупки, а не для продажи. Вот, ну и все, в принципе, ждем окончания профработ и будем уже смотреть, что к чему, что появится нового на аукционе, насколько сильно изменятся цены и так далее. Вот, ну напоследок, чтобы хоть немного было содержательное видео, оставлю вечерний даскшир. И на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. С вами был Нагваль. Всем пока. Вот они, ребят, к нам идут. ДПС добиваем, добиваем голема сначала. Голема сначала добиваем. Тараканы. Тут петов вызывайте, питомцев вызывайте. Добейте, добейте, голема чуть-чуть осталось. Все, теперь под големами выносим красный. Что у нас под нуем? Тут полрейда стоит под нуем. Красный. Ясно. Прессы все пока под ну и кто лучше. Там, ну, капец народ стоит. Так, у нас третий голем вышел. Второй рейд вот где. И? Выходите, да. Идите за големом. Выходим, 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 выходим. О, а еще на горе тут наверху. Ёлочка. Да вы выходите толпой, не выходите по одному. Вот, да, выходим, выходим, выходим. Вот видите, со стороны. Я не забываю половину людей. Скилл дают и стоят планы. Хо-хо-хо! Резали, и сразу выходим. Взрыв нам этот не взрыв. На врыв. Блин, их сколько тут переколбасили, ну и они все не уменьшаются. Я тебе говорю, здесь наружу. Просто вышли бы все разом, потому что нам что, не выходят все разом. Вот в чем беда большая. Получается, ну и да, и один сверху стоял. Это вообще, это жуть. Не, ну там одни кого-то, там не рейд, там пачка кого-то била одна, отец. И здесь у нас в лагере выйдет полтора тут. Как бы не побольше. Да нас пол рейда нет, собери всех кучу, посмотрим.
пока второй будет. Не, это сегодня народу мало не говорит. Тут еще Джискай прибежали сюда. Куда? Запинаем всех. Бей всех. Да, вышка видел, вышка. Мочи всех, Господь разберется, где прыг, где ты живешь. Раня, блин. Ну их тут тоже положили, я бы сказал. Охрена. Охрена, пачку положили просто. Я тоже здесь вижу. По мне уже только два прошли, они не кончаются. Да идут, нет, закончили все. А, ну вот только-только. Хотя и нет, еще альтабы, еще альтабы бегут. Еще кто-то там. Я с горы наблюдаю. Все-таки напугали, ну. За утром стер. Ага. А утром что-то было, да? Не ну, пошло. Мы выиграли. Мне надо было идти. Они как увидели кучу големов, так поливали просто реально в лагере, там уже никого не было. У нас маленький второй рандомный рейд держал их на нуле. Мы их держали. Мы держали в принципе в два раза больше себя, пока они нас просто не переехали. Ну да, им тяжелее атаковать. Ну ладно, ребят, спасибо всем, что зашли в ТС. Народ, им в нашем лагере места не хватает.